Высокопоставленный сотрудник краевой ГИБДД попался на продажу так называемого «красивого номера» для автомобиля. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, инспектор попросил у автомобилиста за услугу 60 тысяч рублей. Теперь он фигурант уголовного дела. Репортаж Ксении Брониславской. В получении взятки подозревают заместителя начальника отдела краевой ГИБДД. Появилась информация, что, пользуясь служебным положением, он заключил сделку с владельцем «Лексуса». За 60 тысяч рублей продал ему так называемый «красивый номер», состоящий из одних единиц. О получении взятки узнали сотрудники службы безопасности полиции. Сейчас инспектор арестован, его поместили в следственный изолятор. Обвиняемый вину не признал и отдачи показаний отказался. По ходатайству следственных органов в отношении должностного лица правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Спрос на красивые номера в России высокий. Еще в 2010 году предлагалось легализовать этот рынок и продавать особенные регистрационные знаки на законных основаниях. Например, через интернет-аукционы. В очередной раз законопроект об этом Кабмин планирует внести на рассмотрение в сентябре. Пока же такие сделки вне закона. В краевой ГИБДД проводят служебную проверку. Начальником управления МВД России по Хабаровскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен со службы из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители. Если вина инспектора будет доказана, за получение взятки грозит крупный штраф или лишение свободы от 3 до 8 лет. Что будет с владельцем «Лексуса» и его красивым номером, в полиции пока не уточняют. Ксения Брониславская, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».